руке была. Уже в руке была. Страта предмета. В этом все и заключается до конца. И мы опять-таки видим, что эта ошибка произошла почти в самом конце. Мы не имеем права расслабляться раньше времени. На это отличается, еще раз повторюсь, чистота исполнения элементов. Она выполняет все равновесия, начиная их с высокого полупальца, без ролеве. А это большая редкость. Но это очень красиво смотрится. Может, она тут втратила на цьому фрагменті. Можливо, її розслабила музика з кінострічки «12 стрільців», пісня Остапа Бендера. Така морська. Все може бути. І я хотів би звернути увагу, теж в неї дуже красивий костюм так виконаний. Але вже будемо очікувати на появі тут на килимі наступної учасниці наших змагань. А це... Росіянка Дар'я Дмитрієва. 27,3 у Наті Рівкін. Это достаточно высокая оценка. Если бы она еще не потеряла, это было бы еще как минимум плюс 5,7.